хочу снять небольшое видео. Интересное небо такое. И вот идет туча. Хорошая, именно на новое поле движется. Там-то небо светлое. Будет или нет дождик? Вот что интересно. А вчера тут красоту навели. Ой-ой-ой, картоха вылезла. Здесь помидоры, там перцы. Сегодня будут огурцы. Тут все потом в порядочек приведем и будет класс. Май месяц напряженный. А я пойду наводить порядки на птичнике. Такое ощущение, что дождь должен быть. Температура градусов 20. Даже без майки на солнце. Без солнца тепло. Вот там солнышко на той стороне улицы. А здесь у нас тень. И вон где солнце. Спрятано за облака. А там небо чистое. А там кучевые какие-то. Да, в общем-то, нормально для работы погода. Всем здоровья и добра.